звал. И что значит парой? Как макака и банан. Что представляешь при слове макака? Банан. А я идолов, древних идолов обезьян. В прошлом я был несправедлив к моим ближайшим родичам обезьянам. Теперь пытаюсь возместить ущерб. Долгая история. Чего? Как 12 шагов, только с пушками. Я бы и сам справился, но со мной Кока четвертый и Бонга второй совсем отощали. Боюсь, снег увидят, в момент замерзнут. А это проблема, потому что те обезьяни-идолы в пещере, запрятанные где-то высоко в горах. Я знаю путь. Стой, откуда инфа? С улиц, чувак. Армия короля тоже их ищет. Не тяни макаку за хвост. Привет, Аджай! Повесить, например. Только без всяких лампочек на банках. За 3 месяца нашли ровно ни хрена. Я уже застрелиться готов. Именем короля? Умри! Поверьте местность на предмет угроз. Найдите ублюдка! Йорк, я нашел ящик, но он пуст. Чувак, вот это облом. Хотя стой, если дружки Пейгана все... Тоже не нашли? Где же эта статуя? Куда ее спрятали? Слушай мне. Thank you.
Георг, я нашел ящик, но он пуст. Чувак, вот это облом. Хотя стой. Если дружки Пейгана все еще там, то зуб даю, они эту проклятущую статую тоже не нашли. Где же эта статуя? Куда ее спрятали? Тоже мне игра в горячо-холодно. Точно, холодно. Ледник же. Прикройте! Да, Юрий!
Thank you.
Кто-то есть. Найди. Я понял. Он внизу. Не вижу. Твой труп никогда не найдут! Я народу положил несчастье! Я его достал! Хёрк, вытаскивай меня уже. Парень, я, конечно, ветер в твоих крыльях, но в верности до гроба я тебе не клялся. Сердце красавицы склонно к измене, или как там? Блин. Это что, гарпун? Это пронзатель. И теперь он пронзает не только китов. Сдается мне, эта штука проткнет кого угодно. Только немного улучшить. Да. Да ты просто Индиана. А мешок с песком? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи? Нет. А яма со змеями была? Змеи в снегу? Нет. Нет? Ну и что, все равно круто. Надеюсь, ты все же порадовал обезьяньих богов. Ладно, найду еще, наберу тебя, а? Это не все? Угу. Ну ладно. Ладно. Номер у тебя есть. И у тебя мой, да? Да. И твой адрес. Да уж. И номер твоей жены. Она красотка. Девочки. Так. Куда теперь? Так, это Аджай. И? Гейл. Хёрк, это я. Чего тебе? Я пошел за другой статуей, и меня едва не поймали. Ну, то есть как? Меня таки поймали. Вытащи меня отсюда, чувак, я в плену. А как ты вышел на связь? Бонго второй. Да, я снабдил его радио. Радио обезьяна, оставайтесь с нами. Слезно просим. Отбой засекли.
Вам разут глаза! Прочесать место! Что теперь будет? Проверьте все! Идите, в чем дело! Будьте начеку! Мы не знаем! Никакой пощады! Разобрался с гадами? Круто! Давай сюда, у меня есть идея! Ты хочешь спасти всех животных? Нет, только слона. Он заметный. К тому же, один спасенный слон засчитывается за многих мелких тварей. Ну, например, за 500 обезьян. Ты всех убьешь, а я освобожу слона. Мы идем с севера! Эй! Залезаем на Джамбо второго и сваливаем отсюда, размахивая пушками, как ковбой. Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем. Надеюсь, он сейчас в лучшем цирке. Что? Забудь! Давай, я веду, ты палишь! Тату, братаны, навсегда! Порвем их! Будь другом, помоги, а? Ага. Вот так. Так, знаешь что, хватит с меня. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца, а ты так из-за одного члена разорался. Твой член меня не волнует, а вот борода колется, не ты чей в меня. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Его убери. Не вопрос. Ты поведешь. Планы изменились. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Сзади, кстати говоря, тоже ничего. Есть свой кайф. Что-то не то сейчас сказал. Извини, если что. Без патронов нет веселья. Кёрт, куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? Еще враги, братан! Тебе не жить! Держи патроны, чувак! О, враги! Отлично! У них эти свистящие штуки! Это минометы, Кёрт! Используй их с толком, брателло! Кёрт, нам куда?
Наверх, в гору! Статуя где-то там, в пещере! Черт, как же мне плохо-то. Ух, так, ну, вроде бы. Может, ты и прав, может, и выживу еще. Да, вроде я живой. Все типа в порядке. Извини, был напуган. Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. Не хочешь приправить? У нас тут охрененная банья старого доброго соуса. Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк. Но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания. Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает планету слонов, или Джамба Конга, или там царя слонов. Все сплошь про обезьян. В общем, как найдется последняя статуя, тут я им и устрою. Тату, братья, два, возвращение Хёрка. Окей? Да. Я знал, что ты со мной. Вместе навсегда. Родственные души, да? Ну что ж, это будет заканчивать. Кстати, комментарий был на отвал. Всем удачи, всем пока.